Я пришел жевать жвачку и хилить, и жвачку я уже доживал. Почти. Вот. Почему у меня чат вчерашний, позавчерашний? Ну ладно, неважно, все равно пока никого нету. Я хочу кое-что попробовать. Твою мать, я не принес себе воды. Сейчас, минуту. Я пока игру запущу, все равно. Так, еще надо дудку помыть. Ого, я сходил в туалет, у меня пульс 125. Неплохо, неплохо. Я, в общем, что хотел сделать. Игра, ты захватываться будешь? Так, да, захватывается. А, блядь, вот где можно карты-то тренировать, а? Сложность. Эксперт. Добавить. Блядь, я мог тренироваться с ботами, блядь. Ну, чтобы людям как бы игру не портить. Сука! Блядь. Ну, в смысле, тренироваться с ботами нельзя. Можно, в смысле, понять, как у персонажа там кнопки работают на персонажах. Так, подождите, здесь где-то должна была быть мастерская. Добро пожаловать в мастерскую. Менять игры по желанию надо все это назад. Правила. Всего элементов. Максимум уникальных комбинаций героев. Чего? Изменить имена программ. Изменить имена перемен... Так, сложно. Слишком сложно, до свидания. Так. Игра по ролям, естественно. Подождите.
Просто интересно. Ой! Ай, 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 ай. Так. Я не думал, что сразу поиск начнется. Мне еще нравится, как вот, вот в этом на, универсальном режиме есть вот, это, вот, есть вот этот значок. Серьезно? Серьезно? Для кого он здесь? И вот этот значок, для кого он здесь? Если в 100% случаях виснут, то нужны только танки. Надо раскликаться. Блять, не успел, сука. Ну ладно, сейчас на своих раскликаемся. Бывает. Так, у чувака тоже мерка на аватарке. Видите, мерку на аватарке у человека сразу признак того, что он недалекий в этой игре. Автоматически. На самом деле я ненавижу это место. Тут точку держать за зеньку, это для меня что-то ужасное просто будет. Но так как истинное я формы не имеет, будем представлять, что мы в форме гигантского дилда стреляем во врагов. Забейте, просто забейте. Ну пусть едет, блядь, куда хочет. Кто умер? А где их ДД? Охладите трахани! Точно! Ну давай, покажи свое лицо. Ой, кто-то сейчас умрет. Блять! Да шо ж ты спиной-то на мину идешь, человек? Лучший момент матча, блять. У X-хамстера! Люди! Да что ж такое? Ощутите спокойствие. Двойное.
цикл начинается снова. Объект потерян. Остановите груз. Блять, пацаны, у меня золото по убийствам. Я не понимаю, где он стреляет. Блять, я по спиной к ним стоял. Блять, слава богу, у меня нет медали по урону. Это было бы совсем смешно. Он сейчас это сделает. Добей его, добей, блядь. Я сейчас от всех ульт людей спас, ото всех. Блять, но это было, к сожалению, он слишком хорошо подошел. Блять, они ведь еще ведь и дотащить могут. А могут и не дотащить, потому что их сам сторонет.
Но зато есть другой товарищ. А, все. Колесо. Ебать, 22 убийства. Ну, слава богу, хотя бы бронза. Но мне кажется, тут сейчас реально Джанкерт затащил нам концовочку. Я очень херово хилил. Я что-то прям пытался убивать. Прям вот я не знаю. Мы должны убивать. Если кто помнит. О, кстати, у нас 2 Зоита. А у них 3 серебра и 3 хуя с маслом. Истинное я не имеет формы. Здесь я уничтожила свою лучшую. Атака начнется через 30 секунд. Значит, мы ведем бомбу, которая разнесет каких-то роботов. Вот это по мне. Это самая медленная перевозка бомбы когда-либо в истории. Кек! Судьба привела меня к этому. Извините, это было красиво. Не от меня, конечно, но тем не менее. Не бойся, я прикрою. Ой, бля. Ага, однозначно. Двигаем груз. Ребята, мне надо двигать. О, блядь, теперь и они Зеньку включили. О, да. Я даже ульту не прожал, блядь. Я думал, сорян, пацаны, кто со мной играл. Я вообще думал, что мы до конца тащим, блядь. Я забыл, что там еще метров 10 остается. Это, кстати, по-моему, наш. Ну, одна выигранная игра за Зеньку сегодня. Уже хорошо.
Бля, the best просто. А, приятно. Два зоита. Ей, рекорд сезона. То есть все то, что я всрал в этом сезоне, провал в бронзу, я все это отыграл. Но все равно еще разрыв очень большой в минус. Минус 11. Сука. Самое обидное, это, конечно, ничью взять. Так, ладно, хотя бы одну игру сегодня выиграли, был уже не Шанхай Драгонс, так что все хорошо. Но те ребята просто еще плохо знают, что прыгать за хомяка в толпу, где без ульты, где Зенька есть, чтоб тебя выебали. Не важно, что у тебя там 700 хп суммарно получается. По тебе идет... Блять, какой идет... урон идет? Полуторный, наверное. Я так и не посчитал. Давайте посчитаем. Тебе нужен... Мне нужна жертва. У него 200 хп. Раз. Я отнял. Допустим, 48. Отнял. Бля, по-моему, вообще процентов 20 от силы идет. Плюс урона. Но все равно условный солдат там даже в, вот, при стрельбе в тело дохнет очень быстро. Твоя слабость открылась. В голову вообще какой-то пиздецовейший урон просто идет. Да, я пытаюсь шестерное убийство сделать. Да еб. Твою мать, я не... Мне даже войс в этой игре не понадобился. Настолько все хорошо было. И у меня что-то... Чувствительность, алло. А чё так долго искали? Ой, все очень-очень-очень опасные ребята. Ну, посмотрим, что Херамид выберет, потому что он золото. Кстати, вот сейчас у меня средняя 1850. Хай. Хай. Ну да. О боже. Меняю позицию. ХФГЛ. Блин, чел, возьми уже что-нибудь, я тебя прошу. Я просто... Я не могу брать просто так Зеньку. Я беру Зеньку, люди берут танку, блядь, и хилов нету. Нету, блядь, хилов. Присмотрю за тобой. Да, боюсь, да никогда. 5, 4, 3, 2, 1. Щиты есть? Атака. Щиты есть. Следите за своим здоровьем и вызывайте доктора в случае необходимости. Ой-ой-ой! Что происходит?
А, у них Зенька. Понятно. Такое не выхиливается. Валькирия снова в строю. Блять, ну серьезно, это же ебовейшая, блять, связка. Зенька плюс любой хороший хил. Что это было? Хорошо идем, кстати. Вы что, вот на прошлой карте хорошо шли, бодро. То есть люди прям понимают, что надо, сука, атаковать. Блять, без проблем, чел, но... Ты бы сам бы подошел бы поближе. У нас нет танки, которые может стрелять в тебя. Да. А, женщина, сейчас ты умрешь. Ай-яй-яй-яй-яй. Падж, behind. Dude, what the fuck are you doing? Что он сказал? Я абсолютно здорова. Правда, здесь стоит до турит. Я не понял, кого он. Я не понял первое слово вообще, что он сказал. Пацаны, живите, живите. Мерси. Что, мерси, блять, у нас? А, ну, блять, ну. Что-то они очень позицию вообще не держали, а линию держат прям, блядь, как в последний раз играют. Я должна быть там, где меня ждут. Сейчас расплат. Хуета. Где ты, блядь? Не попал. Угадайте, кто тащит? Ребята, и толкаем, может быть, хотя бы последние секунды, блядь. Да я один груз толкаю, я не могу вас хилить! Я не успел подойти к хелику просто. Я банально не успел подойти к нему. Не стой в говне! Покажи им!
Зарю, зарю, блять, поднять! Мне иногда слышится, что он говорит: «На тебе щи!» Вот это, кстати, басист хороший выбор сейчас. Да шо ж ты! Ребят, тут падж! А, он просто сбоку стоял, заебись. У него, кстати, ульта почти готова, но похуй. А, бля, пиздец, стою, хилю, та... Я понял, это, блядь, ДДшники просто конченые, блядь, в этой игре какие-то, просто конченые. Стоишь, хилишь танка, у которого вот столечко хп, еле-еле там, один наяривает. Нет, надо орать, что, блядь, мерка не... Блядь, заебали эти ДДшники, просто заебали. Берите солдатов, берите вот таких вот персонажей, которые сами себя могут хилить. Либо стойте в области этого, как его... в области действия, господи, Люсио. Особенно в этом плане просто терпеть не могу фар, блять. Ты либо хилишь команду, либо хилишь одну фару. Все, других вариантов нет. Я опять захаркал монитор. 5, не, ну это... 3, чё, медик? А, она говорит, приветик. Все, у меня крыша едет. Тихо шифером шурша. Меня, блядь, вообще не должно волновать, что там происходит. Я не... Извините, я вас не похилил, молодой человек. Вы умерли меньше, чем у меня... за меньшее количество времени, чем у меня реакция, блядь. Чпок. Вообще срать, мы все увернемся, там, по-моему, никто не стоит сейчас. Блять!
Пацаны, тут опасно! Ёб твою мать! Ну, мы потянули время, самое главное. Полное выздоровление. Мы, по-моему, кстати, лучше захватили точку. Чел, а тебя не похилить, но я тебя хилю, ладно. Блин, можно же было пока постоять, пока я его поднимаю. Ну ладно. И как бы, человек как бы стоял спиной, он не видел. Вполне возможно, что даже и не слышал. Куда я лезу вообще? Что со мной происходит? Вот я за Зеньку играю. Полное выздоровление. Блять. Я хилю всех, блять, кого могу. Блять, да пошел ты нахуй! Чел, блять, ты понимаешь, что ты, уходишь, блять, черти куда? Куда, кто тебя хилить будет? Ты можешь не подставляться, блять, тогда? Мы лучше держим, мне кажется. Хотя неизвестно, они тоже вот, они вот этот вот промежуток, блядь, держали очень хорошо. Ладно, он сказал мне спасибо за, блядь, подъем. Блять, у него ему отняли 25 хп, он орёт подлечить меня. Бля, мне бы его поднять. Ладно, я думаю, Ренька сам доедет. Вот как его хилить? Вот как его хилить? Вы видели? Все ебало улетело у него. За 2 секунды. Моя тоже заряжается. 91%. Все очень плохо, но... 96%. Блять, ну тебя чел не похилит, ты понимаешь, что ты все лицо теряешь?
За секунду! Бля... Пиздец, блядь, как они меня заебали, эти ДДшники, блядь. Ну он реально, ну окей, я реально вижу, что он просто умирает, блядь. Он просто сдохнет за мгновение. Это, кстати, им не помогло. Не буду его хвалить, блядь. Я и Анку не буду хвалить, потому что мне Анки не нравятся в этой игре. А танки одна польза, это то, что она не дает врагам хилиться, когда Ешку кидает. Я вернулся на уровень, когда я играл, когда у меня была корона. Я когда начал играть, когда, короче, болел короной, было у меня золото. А, нет, стоп, я откалибровался в 1900 с копейками. Меня добустили до 2000. Господи, этот Макри, блядь, просто ей... Прикиньте, я бы реально, блин, как сделал бы это, на Зеньку бы репихнулся. Это, кстати, по-моему... А, да, это была вторая игра. Ну, программа минимум сделана. Одна победа на Зеньке, одна победа на Мерке. Сейчас будет три проеба на чем угодно. Надо сделать, надо сделать. Блин, я убил их так быстро, что они не успевали подниматься. Это даже лучше, чем... Чёрт, ну ладно. Вы прибываете на пост наблюдения, Гибралтар. Вот это лучшая аватарка у чувака. Не, хилы никогда не спешат. С серебряным портретом люди никогда не спешат пикать. Решено. Истинное я не имеет формы. 30 секунд до атаки. Я для распуска Overwatch были веские причины. Пусть все остальное. Блять! Никто не уверен во втором хиле. Никто, блять. Не, на самом деле, если парень реально постоянно с золотой медалью по хилу на море сидит, то... То какого хуя он делает в серебряном рейтинге? Хило? Эй. Сюда иди, женщина! Давай, ну... Эх! Не судьба. Ну и я не могу вытягивать людей из таких ситуаций. Я не знаю, зачем я сейчас вообще человека хилил, но... Хватит мешать мне работать. Блять, не отвлекайся.
На помощь. Оп! Гоп, стоп, я подошел из-за... Блять. Не вовремя я сдох. Да, кстати, у Пуджа тоже 600 хп. Плюс у него же есть shift. Если то, ну, все, пошла серия проебов. Мы дошли до 1900, пошла серия проебов. Сейчас ближайшие два стрима я буду пытаться сделать 1900 в среднем. Блять. Спасибо. А у нас есть щиты? Естественно. Я пытаюсь. Повезло. Е, туториал! Блять, опять Макри, да ёб твою мать! Где ты там шароёбишься? Кому? Ебучие колени. Это даже смешнее, чем две готовности. Живите. Я, ребят, сток не выхиливаю, сорян. Сразу в токе. Она же смогла выжить? Да, блядь, и здесь и это дерьмо. Пиздец, столько говна накидали. Чудеса современной медицины. Как они себе такой шрифт сделали? Блять, я чуть ульту не прожал. Секундочки буквально. Секунды буквально. Спасибо реально этому. Ну давай, стреляй, снайпер. Не, это, блядь, бесполезно вообще.
Это просто давление чистое. Чистое, блядь, давление. Конечно, к сожалению, это проебано. Не, ну чисто гипотетически они могут быть в обороне еще хуже, чисто гипотетически. Я присмотрю за тобой. Но я знаю, где, на как, в каком месте заканчиваются вот такие раны, как правило. Плакали мои 1900. High-end серебро, так сказать. Забавный звук. Ребят, вы там удаленные. Внимание, внимание, толкание груза. Никто! Никто! Он уже назад поехал. Интересно, когда-нибудь это закончится, вот это толкание в обратную сторону, в самом, блядь, начале. Давай, возвращайся в бой. Сорян, я привязался к этому. Как говяжка летит, осторожно. Я попробую тебя поднять, женщина. Пиздец. Пиздец. Не, чел был прав. Мы туториал. Мы играем как туториал. Ну, блядь. Я согласен. Последний кораблик устыл. Последний кораблик остал. Что я несу? Ну давай свой прицел, блядь, показывай. Ой-ой-ой-ой-ой. Никто не толкает, никто, всем похуй. Анька, потолкай. Я попробую. Похуй, мы дотащили. Хотя бы до сюда. Не, мы явно хуже в атаке. Потому что вот как, когда в начале груз просто встал, потому что все пошли на лестницу. Просто мне, понимаете, у меня длина моей желтой пиписьки, она вот такая. Я не могу толкать груз. Анка может, я не могу. Ну, точнее, ну, как бы могу, но не стоит. Потому что это глупо. Блять, пацаны, иду, блять. Исцеляющий поток, отключитесь. Жить. Да пошел ты в задницу. Давай вернемся.
Кого ты там суешь? Себе засунь. 7 секунд, пацаны. Ладно. Первая точка, все. Вторая. У меня уже крыша едет. Мне кажется, что первая точка — это захват позиции. Хватит мешать мне работать. Кек! Блять, а я на грузе должен стоять, ребят, понимаете? В чем проблема? В чем мемес, как бы. Так, хорошо, что мы дотащили хотя бы до сюда. Уже почти поворот. Это наш графон. Ну давай. Графона-дрочер. Пацаны, как насчет... Чувак! Похуй! Блять, вот паскуда. А, сейчас простаты был, мне все равно не повезло. Сейчас расплавим. Мы до поворота последнего дотащили, кстати. И нас решили поддержать. Ну и просто нельзя умирать никогда. Исцеляющий поток активирован. Чего он говорит, почему груз устал? Блять, там этот прострелил в меня, сука. Я иду, но мы, к сожалению, проебаны. Скорая небесная помощь. А, там все проебано. Блин, нахера чел берет мак... Что это за судорожные репики? Не, но если мы дотащим, да, тогда спасибо ему. А так я судорожные репики не люблю в конце игры. В начале, да, в начале, когда ясно, что что-то не так, или надо там прям жесткую контру на какую-нибудь ублюдка, а в конце, когда вроде у врагов тактика не поменялась. Ну, толкай, да. Мне похуй, ты понимаешь, на каком расстоянии я от тебя? Черт, лысый. Как макака умер? Люди в курсе, что там солджер хг? Они не слышат это из одной точки. Они реально не слышат? То есть мне надо врубать ульту и лететь его убивать с пистолета, я правильно понимаю? Я зря это сделал. Кто? А, один из игроков вашей команды. Все, понятно. Ну ладно. Не, ну тут настолько игра ужасная. Сейчас вот мне, кстати, реально жаль чувака на Анке, потому что, ну, во-первых, я его хуёво поднял, когда ульта была уже у солдата. Блять, но это был не подъем последней надежды, потому что подъем последней надежды — это какой-нибудь Ренька. А кто ливнул? А, ДДшник ливнул. Эш ливнул. Очень жалко реально пацана, потому что у него, блядь, серебряный портрет, он в серебре, блядь, сидит, это пиздец полный. Этого я не буду за судорожные репики хвалить, я похвалю вот этого парня тогда.
Обидно то, что это третья игра. То есть... А, смотрите-ка, мне все... Мне отняли, ребят, всего двадцатку. Всего двадцатку отняли. Ну, видимо, это, видимо, связано как-то с тем, что я играл, я не знаю, в помойке, грубо говоря. У меня других вариантов нету. Сколько вообще самое маленькое, что могут отнять? 20 или еще меньше могут отнять? Просто если это минимум, причем, по-моему, я играл в более сложной команде, по-моему, там рейтинг был 1914, что ли, людей. Средний у нашей команды. Блять, наверное, опять, потому что я нихуя не хилил, блядь. Мерка нихуя не хилит. Просто, она просто так берет MVP по хилу. Конкретно я. А, потому что нихуя не хилю. Это прикольный челик с аватаркой сверху. Блять, Анубис. У меня почему-то ненависть какая-то нереальная к этой карте, но когда я еще очень давно в 17-м году играл в Овер с людьми. Играл, я не помню, когда последний раз, году, наверное, в 18-м или 19-м. Хилы, саппорты никогда не спешат. Но чел взял Анку, поэтому как бы выбор очевиден. Танк покидает матч. Матч закончил 4, 3, 2, 1. Я думаю, он вылетел. Я думаю, он просто вылетел. Я не буду на учебку заходить, потому что сейчас, по идее, должно быстро найтись. Несуществующая вода. Лёха, Штархун пить на стриме. Никто не спешит. Не, ну у нас... Блять, чел с платиновым портретом в серебре с X-хамстером на Вайве. А Вайве... Что сейчас вообще сказал? Какой X-хамстер на Ави? Который будет играть за X-хамстера? Это будет, наверное, очень забавно смотреть за его игрой. Hello, everybody. What's up? Хилы никогда... Вот реально, саппорты никогда, блядь, не смешат с выбором. Вообще никогда. Блядь. Но у меня выбора нет. Мне некогда смотреть. Чел так пикает. Там пикает. А чё никого нету-то? Давай я тебя подлечу. Да, в башен. Уебасть он, понял. Я тебе минус X-хамстер. Блять, охуенная, кстати, игра от Арисы. Черт, я даже подойти не могу нормально. Все очень плохо. Мы какую-то хуйню делаем. Нам лучше... Нам не стоило здесь стоять вообще. Нам стоило либо вернуться, либо умереть пораньше. Он в бессмертии стоит. Хули ему. Чудеса современной медицины. Обнаружена вражеская.
Давай вернем тебя в строй. Я, блин. Вообще плевать. Я уже знаю, что твоя ульта делает, черт ты вонючий. Там как бы крыша полный уродов. Бастиона, кстати, должен убивать жнец. Или что-то милишное. Твою мать, меня притянули. Чтобы я не убежал. Правда? Ребята, у меня золото садит. У меня золото по убийствам, блядь, пацаны. Золото по убийствам. Кого я убил? Я тебе позабочусь. Можно узнать? Обнаружен противник. Где ты там, ёб твою... Ты уверен в этом? Турель, блядь, пацаны, турель! Именно мерка должна этим заниматься. Дотащили, господи. 1.5 сантиметра, я уже Сколько готовился... Да. Чего? Это наш X-Hamster? Причем, ребят, я бы даже не выделил, что кто-то там у нас... Хотя нет, подождите, мы нормально идем. Мы нормально идем. Здесь не должно быть ничего такого адского пока еще. Не бойся, я прикрою. Веселье начинается в конце. Главное поймать Рину. Ну, Ренька, я в тебя верю. Давай. Найс. Давай я тебя подлечу. Да, блять, мы и так здесь... Кто сдо... Ой! Солдатик! Ну давай, давай. Блять, там труэль, блять! Вообще срать. Ага. Снова в бой. Шиза опять в квартире происходит. Но я жду регруппа, я... Ребят. Бэк. Гадап. Это тебя усилит. Клади царей. Похуй, кто там заходит. Well done. А не против, я не буду прям на стоять на этой штуке. Пацаны, понимаете, в чем проблема? Груз. Райнхард сам, наверное, не понимает, почему мерка толкает, правда, почему? Может, я действительно именно тот персонаж, точнее, я... Хотя, подождите, у меня на Зеньке тоже золото по выполнению задания, поэтому... Чуть поближе, подойди чуть поближе.
Maybe switch of ball now they have, yeah. That they have Saria. I don't know, I mean Sombra. I think we need to go back, Ryan. Ох ты ж, блядь, перелетаю опять. Где болит? Живить, 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 жить, 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 жить. Тутуру, 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 Ой. Мне аж сейчас срать. Знаете почему? Потому что я уже в ульте. Шутка про их Самсара, мне кажется, уже изжила себя. Приготовьтесь к обороне. Выберите героя. Yes. Присмотрю за тобой. Я помогу. Если мне потребуется описать твои действия, неэтичным будет самым мягким определением. Но станешь ли ты отрицать значимость моих трудов? Не думаю. Совпадение? Активирую увеличение урона. Mercy, can you damage boost me, please, with a circle? Of course. Thanks. Тихо! Я о тебе позабочусь. А теперь укажи мне цель. Вон, стрелять туда! Вон туда! Кто сдох? Блять, зачем? Зачем? Он же, блять, под ультой этой ебучей. У него, кстати, не увеличивается ХП. Он, типа, у него просто ультрахил становится или чё? Современной медицины. Get out, get out, get out, get out, get out. Урон увеличен. Все ко мне! Давай, возвращайся в бой. Я совсем разберусь. Живи, блядь, живи, живи! Как вы все сдохли? Блядь, охуенная постановка Боба. Блядь, меня настреливают! Ладно, там Мойра уже должна подойти. Не стой столбом! Я абсолютно здоров. У нас танки, все.
Мы, кстати, ну, нормально времени подержали, хотя не, нихуя. Я пошел отсюда. А, блять, это не наш молот! We need to regroup again. Ёб твою мать, прям в лицо! Да, там снайпер ебаный. Нихера себе он звуки издает. Ай, блядь! Хилить. Рано побежал, брат. Бля, я думал, там был кто-то шоп. Похуй. Скорая небесная помощь. Герои, восстаньте. Теперь ты раскроешь свой кристалл. Тактический вектор активирован. Давай, возвращайся в бой. Это вас исцелит. Похуй на этого боба, он, блядь, стоит вообще в сам... Бля, я его не увидел. А, у меня еще и 48 хп было. Ой. Is this recontestable? No, I don't think so. Okay. No, I just leave them. Похуй. Yeah, pretty dead, though. Я в общем сдох от рандомного от рандомной ешки, и это, к сожалению, аукнуло всей команде. Ну, вообще она, конечно, была не рандомная, она он стрельнул в толпу, попал в меня. Ну чё, ребят, до конца гейминг. Давай, возвращайся в бой. Райнхард, райт. Райн, бейн. Прицел против прицела. Да ептическая сила, шо ж... Я же был под щитом. А, блять, он сквозь щит же бьет. Ёб твою мать, точно. Я абсолютно здорова. Урон увеличен.
А, мы в любом случае уже лучше сыграли. Но они могут на доп. Sorry, времени дотащить, и у нас у обоих будет по минуте. Блять, но у меня вот проблема в том, что 60 секунд. А где Боб? Понял. Where is this one? Nice. Oh my god, thank you! Ой, блядь, я просто... Ладно. Чел это заслужил больше. Так, три победы. Три победы. Все. Все. Программа минимум сегодня сделана. Если сейчас снова смогу победить, то уже средняя будет новая, 1921. Так. Что-то я такое думаю, блин, если я сейчас, допустим, сделаю 10 побед, это плюс 200 будет. Это 2121. Даже это если по 20 даже будут прибавлять. То есть все-таки в среднем мне за поражение отнимают намного меньше, чем за победу. Ощутимо меньше. То есть даже если вот я сейчас здесь вот я выровняю, у меня будет плюс дохерища просто. Мне приходится смотреть в ОБС, потому что монитор не работает основной. Видимо, из-за того, что 2К разрешение, ОБС тянет монитор, что-то... Ну, блин, я купил самый дешевый 2К монитор, вообще самый дешевый из возможных. 21 на 9 еще. И что-то он мне, блядь, он меня очень сильно расстраивает. Хотя, может быть, это с видяхой проблема, я хз. Ну, блядь, 1080 Ti... Проблема с уверу. Нет, он все игры так долго разворачивает. Все полноэкранное, любая полноэкранная залупа разворачивается очень долго. На этом мониторе. А в ОБС уже можно мышкой крутить уже секунды 3-4. Это ж тренировка. Блин, я хочу последнюю игру за Зеньку поиграть. Но если мне дадут, конечно. Так-то по-хорошему еще минимум 4 победы надо. Минимум плюс 4 надо делать, чтобы в золото выйти. Что-то сезон какой-то долгий, он уже 3 месяца, по-моему, продолжается. Блять, там потом еще калибровка. Ёб твою мать, меня же потом выкинет золото. Или с плюс-минус сколько там может быть от калибровки? Плюс-минус сотни, наверное. Вы прибываете к башне Ледзя. Приготовьтесь к бою. Выберите героя.
Хилы не спешат. А, ладно. Стокмен. Или мейн. Стокамайн. Гджорда. Do we want rain? Я присмотрю за тобой. I think we need one shield. Разве насилие это выход? If you good, что? Насилие, да, это выход. К сожалению. В таком мире живем, что да, выход. 5, 4, 3, 2, 1. Первый раунд. Захватите. Все за мной. Ща наш анимешник просто всех убьет. Ой, хорошо, ты вытянул эту ковяшку. Тебе, блять, вонючий. Извините за маты. Я просто играю, знаете, вот. На победу! На победу! Я пытаюсь! Он очень, нет, он очень неудачно сдох. Пусть бежит, пусть бежит. Наш или не наш? Я не понял. Давай вернем тебя в строй. Уйди оттуда нахуй. А сейчас срать. Кончайте в него. Ну, взяли. Окей. Попробуйте теперь удержать. Плевать на этого боба. Давай, воплощение графона. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Убили. Убили мерку, сука, замочили. Блять. Я ведь знал, что он там стоит. Что я делаю? Что ж, начнем снова. Мне ж ты подыхать-то нельзя. Блять, и чё? Где теперь, Барри? Приступаю к лечению. Я сгорел на работе. Это, конечно, всё хорошо, но мне бы шифтануться в кого? Мне нужно вот это чучело. Моя суперспособность заряжается. Давай я тебя чучу. Пацаны, ну тут как бы, понимаете, у нас как бы проблема. А, блять, меня походу это попал. А, ну заебись. Ну, программа минимум сделана. В любом случае, сегодня. Я чё-то прям...
А, выполнение за... У меня еще и золото по выполнению задания. А, ну да, я первый пришел на точку. Эпилепсия, пацаны. У этой игры, у моего стрима, кстати, есть предупреждение об эпилепсии где-то в описании. Какая, блядь, Анна? Чел, ну это... Ай-яй-яй-яй! Блядь, короче, просто не умираю. Меня, кстати, два ра... Ёб твою мать. Охуенно, зашли, ребят? Давайте, ребят, зашли и вышли. Криви. Ай, ебать. Нас просто выебли. И высушили. Не, на самом деле, пока 100%. И, блядь. Раза 4 меня сейчас выкинули. А, чел решил взять говяжку. Но я, нет, если это нам спасет, все, я перестану называть этого персонажа говяжкой. Бля, ребят, давайте, я вас верю. Я очень хуёво сыграл, я должен был взлететь и летать над точкой и всех хилить, блять, а не вот этим заниматься. Не, ГГС. Жаль. Никто не пройдёт. И чё? Исцеляющий поток активирован. Ну чё, зайдем, не зайдем? А эти мины, я так понимаю, они перманентно здесь стоят. Хуй тебе. Вовремя. Ну, чё, хочу сказать, обосрались. Настреливает! Три раза меня выкинул, но, сука, я все еще жив. До конца гейминг. А, 34%. Ребят, 5 золота, 5 золотых медалей у нашего Пуджа. 5! Блять, на что я надеялся вообще? Слава богу, 3 игры, слава богу. Просто... Предыдущая победа реально была потом и кровью взята. Нет. 1901... Окей. Окей, спасибо. Минус 20. Минус 20 всего опять. Ну, кстати, разрыв, в принципе... Разрыв, в принципе, всего... Стоп, подождите. Блять, я что-то напутал, мне кажется. Нет. Не напутал. Подождите, 92, 92, 80. Нет, не напутал. Почему снова разрыв 11? А, блять, был 12, точно. Все нормально. Ух.
Ребят, короче, всем огромное, там, кто вы, два человека, кто смотрели, спасибо, что посмотрели этот позор. Хотя я выиграл три игры, какой позор. Я вышел в 900, 1900. Надо набрать его как среднее. И, в общем, иду в ДС. Добивать третий DLC. Второе. Всего два. Третье. Честь, все.